В Люберцах продолжается ремонт многоквартирных домов. В этом году преобразятся еще 153 МКД. Какие работы провели в 24-м корпусе на улице Кирова в 116-м квартале, узнали мои коллеги. Жители этого многоквартирного дома, построенного 60 лет назад, не раз обращались в домоуправление с просьбой починить крышу и освежить стены в подъездах. В 2011-м дом передали на баланс ЛГЖТ. Только тогда отремонтировали кровлю, заменили окна, систему горячего и холодного водоснабжения. Теперь ремонтируют подъезды. Приступили к работам в апреле 2024 года. Вот на сегодняшний момент работы завершены. Все вопросы и предложения жителей были учтены, соблюдены, услышаны. И реализовано. Произвели ремонт входных групп, замена тамбурных дверей, замена напольной плитки. Во всех четырех подъездах побелили потолки и выкрасили стены. Заменили электрощитки и светильники, установили новые почтовые ящики и информационные стенды. Живу больше 30 лет в этом доме. Делали у нас ремонты, но в этот раз сделали очень хороший ремонт. Всем очень нравится. Чисто, красиво. Двери новые поставили, стеклянные. Ступенчики отремонтировали, все. Всем понравилось очень даже. Ремонт вроде хороший сделали нам. Да, нам бы только доводчик еще бы сделали хороший. Да, доводчик надо поставить еще. Доводчик надо хороший сделать. А то сейчас такое время сложное, что двери открыты нельзя оставлять. Просьбу жителей подрядная организация услышала. До конца недели вопрос будет решен. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.